учебный самолет У-2 является колыбелью всего молодого поколения советских летчиков. В летных школах военно-воздушных сил Красной Армии и в аэроклубах предприятий юноши и девушки овладевали летным искусством, летая на самолете У-2. Первый советский самолет первоначального обучения У-2 построен как одномоторный двухместный биплан расчалочной конструкции с двойным управлением. Творцом самолета является доктор технических наук, герой социалистического труда Николай Николаевич Поликарпов. Опытный самолет изготовлен на заводе номер 39 в 1928 году. Общая длина самолета 8 метров 170 миллиметров. Вес пустого самолета на колесах 752 килограмма. На самолете установлен звездообразный 5-цилиндровый воздушного охлаждения мотор М-11Д максимальной мощностью у Земли 125 лошадиных сил. Наибольшая скорость самолета у Земли 152 км в час. Запас горючего обеспечивает беспосадочный полет на расстоянии 350-400 километров. На самолете У-2 ученик усваивает не только технику простого пилотирования, но и фигуры высшего пилотажа. Самолет рулит легко и хорошо слушается рулей. Во время Отечественной войны успешно используются варианты санитарный самолет, самолет связи и бомбардировочный. Самолеты У-2 с мотором М-11 продолжают успешно нести службу по обороне социалистической родины.